Девчонки, а теперь я к вам за советом. Скажите, пожалуйста, как себя вести? А вот Тигран сегодня все-таки выловил Ильдара, с ним поговорил в машине, подарил ему целый стаканчик попкорна. Сказал, что этот стаканчик на всех, и мне, и детям. Что он всех детей любит, любит и меня, и хочет вернуться. Но я, мол, на него настолько сильно обиделась, что ему ходу нет. И теперь Ильдарчик ходит за мной и просит: прости, папу, прости, папу. Вот как быть в этой ситуации? Я сказала Эльдарчику, что папа тебе по ушам поездил, а квартиру отбирает, судится. Он подал исковое заявление, чтобы отобрать квартиру. Вот. Я не знаю, что делать. У кого была ситуация, пожалуйста, подскажите мне. Понятно то, что возвращать его никто не собирается, пускать назад его никто не собирается, это конец. Но получается, сейчас идет манипуляция через детей. Вот. И после такого, ну, мне придется поднимать заново эту тему, говорить детям правду. Так ведь? Лишний раз повторять, что такое любовь, да, что она предполагает. Заботу, какие-то действия, да, защиту, общение, а не просто по ушам поездить. Вот, и, конечно, все это очень неприятно. Насоветовали, этот делает, вот поэтому он выслеживал детей, ему посоветовали такой ход. Поэтому дайте совет, пожалуйста, что в этой ситуации делать.